Технология блокчейн находит все больше способов применения для различных сервисов и услуг по всему миру. Как сообщает агентство Bitcoin, с самого начала Китай лидировал в использовании технологии биткоин и блокчейн. Что касается стран Азии, то власти Индии рассматривают возможности технологии блокчейн для замены электронных избирательных машин на выборах. Система голосования на основе блокчейн будет полностью защищена от несанкционированного доступа и позволит гражданам самостоятельно убедиться в легитимности выборов.